Ой. Обычно они играют в черно-белых цветах. Ну, выходит на ударную позицию, но мяч покатил налево. Подача, неудачник. Кардио не доходит. Флоренци в штрафной удар. И Алессандро Флоренци забивает. Забивает на 7-й минуте. Демонстрирует сердечко туда. Там, где есть болельщики, это Дипти. Демонстрирует сердечко туда. Конференция накануне этой встречи Томаса Тухи. Но было принято решение просто прекратить разбирательство. Никакого не всегда, но вот в Париже он играет здорово. А также здорово играет в первых играх за Париж больше в центре. Переместился гол он далеко не факт, что Кейлор Навас. Ну, тут атака. Атака правым флангом. Подача, удар. Бернардо Ни. Здесь он чуть ошибается. Мбаппе. И вот. И вообще здорово он турнир у нас провел. Сборной Франции в составе парижан. Заброс штрафную. Здесь Мбаппе. Вновь Верати. Не прошло. Вот так вот Неймар показывает. Сначала у него Финтиуба получил обратную передачу, марсельскую рулетку. Попытался итальянец, плюс очень низкий центр тяжести. И вот так соперников получает обратную передачу от Верати. Жени. И Паредо здорово играет. Мяч в пяти турах в играх Икарди. Жестко встречают Мауро соперник. Бреста свою команду спас. Неймар на дриблинге уже в штрафе. Сейчас проигрываешь, а попробовать выиграть всегда мог. Так же происходит и сейчас. Ну а за юношескую сборную и уже абсолютно другая история. Подача в штрафную здесь не проходит. Бел передачу вперед. Здесь вновь Кимпембе, но тут уже не что это удар ради удара. А вот так заскакал об газон. Рядом есть Джини, попытка дальнего удара. Сен-Этьен, Монако и Ланс. Быстро разыграли парижане. Мбаппе, ай, Гермуруа громил парижан. А здесь прошла передача. Балкен врезался в голкипера. Наверное, сильно уступает в антропометрии Кейлор Навас. Ну и между Кимпембе и Маркинисом. Да, здесь и Кейлор. Он просто по инерции это сделал. Уже и в прошлом сезоне поиграть, и в нынешнем. Пора переименовывать в Севилья Кап. Пижонил, и тут же мяч забрали. Тиуп, и вообще попробую подобраться. И вот прострел, здесь чуть было пары. После того, как с мячом расстался, что-то объяснить. Заброс на Икарди. Он забивал третий мяч, вот как раз вполне себе может. Покатил Бакен. И теперь вот у Кимпембе 1-1 по этому показателю. Абсолютно неинтересно Франко Шнер. Бывший президент Торпедо Хитманов. Примерно столько же. Мбаппе. Два человека абсолютно не пугают. Мбаппе. Удар Неймара. И 2-0 на 36-й минуте. Вот так вот. Килиан Мбаппе оказался абсолютно в простой ситуации. И в целом, когда смотришь игру этого 21-летнего нападающего, есть ощущение, что метров 26 это тюнинг заработал. Рано, ну и давайте смотреть, что же придумают Анжи. Во Франции есть 4 человека в стенке. Удар. Здесь прием, если нам покажут повтор, не самый обычный. Пачкой закупаешь футболистов, сыгранных, ну, наверное, на камерунец был адресатом этой передачи, а здесь адресат, посмотрите, он не просто сделал передачу Флоренци, но, скорее всего, здесь у Икарди положение вне игры было. По-моему, все-таки положение вне игры зафиксировано. Икарди забил после передачи Кильяна Мбаппе. Ну и вот второй мяч. Парижане соскучились. Парижане, наконец, набрали ход. Получил обратную передачу, прострелил. Была игра. И получить в ответ. Но здесь получают удовольствие парижане. Наконец, из которых уже, по сути, позади. Ну, да, здесь оттолкнул. Павлович. Мары не такое исполняет. Подача в район 11-метровый. Кимпим. Хочется наблюдать по возможности живьем. Здесь нужно уже что-то придумать гостям, потому что скоро будет свисток. Подача марки. Аид Нури, 4-й Матео Павлович, 14-й Лосана. После одного из матчей первого тура здесь он убьет Неймар и на 47-й минуте забивает. Казалось бы, что все, уже эта атака закончилась, но Неймар
оказывается с мячом, бьет и антифранцы, а здесь сразу дважды здесь успевает Мбаппе. Дайте смотреть. Да, здесь наступает. Мячи мы с вами сегодня еще увидим и вполне без травм обошлось. Дайте смотреть, положение вне игры здесь не было. Подача бразильца, и мяч мог нырнуть в ворот в Брюгге на 2 года. Ну, а также в Кот-д'Ивуаре, но уже в юном возрасте ту школу не пригодился. Он туринцам, подача. Этот стандарт, и сам Капеле подает, удар, и вот, пожалуйста, 3-1. Исмаэль Трауре забивает третий мяч для себя в нынешнем чемпионате Франции. Игрался он здесь с Икарди, Икарди забрасывает на Мбаппе, удар, есть вариант, который мне приходит на ум, здесь Верратти. Прошла передача от Паредо Савоса. Бакер, прострел, удар, рикошет. И, казалось бы, Бернардо Ни все-таки дотянулся до мяча, это так и есть. Но он все-таки влетает под перекладину, его ворот. Порой даже жалко. Нури доставил мяч Тиугу, тот бьет. Мец. Пытались обыграть парижане, и все-таки в концовке и в девятером были парижане. Диало был удален. Получил желтую карточку, жестко влетел в Александра Максим в группе Лиги Европы. И в обоих матчах участие. Посыл был такой, что не знаю, будут ли еще два. Неймар с мячом, передача. Здесь Дракслер и Леандро Паредоса. А, нет, Паредос меняет РР, он или на замену, он участие принимал. Вот в стартовом составе я там лишь парижане и Лион. Еще, наверное, более важно, Франческо Тотти. Абсолютно барно знакомые общаются и рассказал о том, что в плечах был именно Мулен, главным тренером Анже. Здесь Маркинес, он появляется на поле, меняет он Бокена, это в Анже. 26 лет ему, 94, в чем расстался Мбаппе, неожиданно он оказался в центре. Но там только один Диони в штрафной площади, бьют, наверное, только Лионеля Месси. Удар дальний, 71-я минута, счет становится 5-1. Здесь визуально кажется, что Бернардо Ни ошибся. Мы с вами говорили о том, что Гие дальний удар. Причем именно в играх на Парк Дельмар частенько и иначе делает. Ну, здесь он просто руками привлекает внимание. Ну, здесь... Причем ничего не было. Абду Диало, тот самый человек, который удалился в игре с Мен. Мы, заброс, нам Мбаппе, Килианса. Бывает такое. Вали здорово притормозил и Неймара усадил на газ. Неймар, ну а вот это, пожалуйста. Вот за такие трюки Неймар. Джей, может быть, все было бы иначе. Здесь прострелы, Карди и Браво. Меняет Стефан Мулен. Второй лиги даже периодически играл за вторую команду. Катлева, Павло получает передачу в касание обратно. И Килиан Мбаппе все-таки свой мяч забивает. Для него этот мяч становится вторым. В чемпионате.